Добрый день, заболела ковидом знакомая. У нее очень сильные головные боли с левой стороны. Спрашивает, какие ей лучше ставить программы. Ну, прежде всего, голова без боли. Это прекрасная программа, которая, она, так скажем, нормализует, снимает любую спазматику в сосудах головного мозга. Потом также программа «Стоп-мигрень». Эта программа также убирает головные боли, если они вдобавок связаны с пищеварительной системой. Да? Потому что в этом случае как раз тоже все хорошо уходит. Ну и, конечно же, в этом случае и обязательно нужно клеточное дыхание, потому что клеточное дыхание, так же как и программа «Голова без боли», она нормализует работу головного мозга, снимая спазмы, улучшает приток кислорода в голове и тем самым позволяет, так скажем, убрать те возможные боли, которые у нее возникают. Потому что любая боль – это спазм какого-то сосудика. Наша основная задача – убрать эти спазмы и обеспечить головной мозг тем количеством кислорода, которое ему необходимо для полноценной работы. Поэтому вот эти три программы –